Так, значит, Скорпион. Что ожидает наших скорпионов в августе на 2022 год? Наши скорпиончики. Значит, скорпиончики, значит, не показывает такой шут. Шут дурак называется. Он идет, и идет такой налегке, припеваючи, и на палочке несет такую маленькую, такую, я не знаю, кузовок так называемый, ну, ношу такую небольшую, легкую, вот, идет, припевает, идет радостный, довольный, и радуется чему-то, понимаете, вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что вам в этом месяце предстоит какое-то путешествие, может быть, какая-то поездка, может прийти в гости к своим родственникам, друзьям, вот, то есть какая-то поездка или поход куда-то, который для вас это будет для души очень радостным событием, но это будет как-то налегке, без чемодана, без груза такого. Ну, это такая какая-то встреча, которая принесет вам радость, удовольствие. И вы идете и уже радуетесь от того, что вас уже, что вас ожидает. Понимаете, от этой вот встречи вы уже несете как бы какую-то любовь, какую-то радость по отношению туда, куда вы идете. Так что всем удачи, всем пока.